встреча с Сергеем Юрьевичем уже не первый раз проходит в нашей гимназии. В доступной и интересной форме Сергей Юрьевич рассказывает нашим детям о традициях саратовского инструмента. Последние годы, к сожалению, утеряна технология производства саратовской гармошки, а своим творчеством Сергей Юрьевич возрождает традиции саратовского инструмента. Спасибо вам, Сергей Юрьевич, за то, что вы делаете, и творческих вам успехов. Пожалуйста. Мы всегда с удовольствием приходим в школы. Неизменным успехом пользуются и поем, и под гармонику, и танцуем. И вот, ну как можно не любить такой замечательный инструмент, который дарит всем радость. В ответ хочется сказать, что дети всегда с концертов уходят в полном восторге. Спасибо большое, хочу сказать Елене Геннадьевне, которая нас приглашает. И я думаю, что в каждой школе должно пройти такое мероприятие, поскольку патриотизм начинается с любви к родному краю. Было в России. И, конечно, добралась эта маленькая гармошечка и до нашей Саратовской губернии. Наши мастера посмотрели, какая интересная штучка. Начали наши музыканты учиться на ней играть. А вы тоже учились? И я учился. Вот мы тоже так хотим. Да, сказали музыканты, хороший инструмент, но что-то маловато кнопочек. А если посильнее, если мы посильнее на эти кнопочки нажмем, то вместе с басами будут звучать и колокольчики. Замечательная, звонкая саратовская гармоника. Сейчас пару слов дадим участнику нашего мероприятия. Как тебя зовут? Марго. Марго. Какое редкое имя. Ну, расскажи, понравилась тебе гармошка? Да. Мне очень понравилась эта гармошка. Мне, ну, я ее никогда не слышала. Это было в первый раз. Я надеюсь, что мы еще встретимся на этом замечательном концерте. Спасибо. Спасибо. Так, а кто хочет еще сказать, ребята, что-нибудь? Так. А как тебя зовут? Максим. Так, Максим, что ты хочешь сказать? Я поддерживаю Марго. Так. Это очень здорово. А хотел бы ты научиться играть на гармошке? Очень. На всех. А кто, ребята, еще хотел бы научиться играть на гармошке? Поднимите руки. Раз, два, три, четыре. Ой, даже не сосчитать. Наверное, почти все хотят научиться играть на саратовской гармонике. Это здорово. Молодцы.